Один здесь надо поставить. И два здесь. И все это притулить. Я приветствую вас, богоданцы и гости города, в своем сказочном королевстве снегов и льда. Сегодня, в канун самого волшебного и любимого всеми праздника, мое королевство преобразится, потому что через несколько минут стартует 4-й международный конкурс ледовых скульптур «Магаданский хрусталь». Делаете потихоньку. А куда ж деваться? Ну да. Здравствуйте. Надолго еще? А? Здравствуйте. Долго еще? Будете здесь? Сегодня? Да, на сегодня. Да, я думаю, мы уже близко к завершению. Фантомас. Сдавайся. Меня уже фотографировали. Ну, я же еще не фотографировал. А-а-а. Кстати, тебя только по голосу можно будет узнать. А я скрываюсь. Ну, читай, открой личико. Да? Ну вот и закончился конкурс ледовых скульптур. Лёшиными словами, в этом году была лучшая организация.
конечно, замечательно. А руки вот так. Снимай меня. Меня снимай. Давай. Меня. Так, снимай. Меня хотя бы один раз сняли. Ну ладно, завтра поснимаем, правда? Да. Привет, я пошла чай пить. Остается или никого? О, последнего не остается. Репортаж. Можно интервью? Ну, значит, вы видите этот проходящий в Магадане конкурс «Колымский хрусталь», на котором команда Израиля участвует под номером 3. Может, просто заберем, потом пока немножко кабель это... Крутится. Ну так давай, да, нам верх надо намотать. Все равно же надо. Короче, мы их потом растащим, я так чувствую. Кубы? Репортаж продолжается. Ну, вы можете смотреть это глазами, это же видеокамера, понимаете? Видеоизображение. Вот и смотрите. А ты так раз вокруг походи, как будто, знаешь, как плаваешь. Я и так уже плаваю. Да, что делаем? Ничего не буду. Давай, посмотри. Очки у меня в голове. Салям алейкум, это что же салям? Я хабиби. Ну что, жена скульптора, какие ваши ощущения? А я, значит, по-вашему, не скульптор, да? Я тоже немножко скульптор. Ты женский скульптор. Подожди, ты, наверное, это ты женский скульптор. Нет, я стараюсь угодить женщинам скульптуре. Пойдем, Деня, в обнимку с твоим шедевром. Обними какую-нибудь из твоих бабочек. Гуртом ходить не будешь. Это делается примерно вот так. Сейчас я тоже возьмем. И опять Леша.